Так, это Меркурий, 15 мая 2021 года над Харьковом, 21.01 по Киеву, Харькове, 129 миллионов километров до этого красавца. Очень низко он над горизонтом, но это я подвинул штатив. Поэтому видно его, конечно, мутненько. Резкость играю с резкостью. Это уменьшаю выдержку. Ох, ну 125 кратов увеличения. Сейчас на Луну посмотрим. Перетерпите. Меркурий. На Луне будет все красиво. Ладно, не буду я, наверное. Выдержку увеличил. Сейчас покажу, как это низко над горизонтом, да еще и облака. Да. Ну вот сейчас даже на экране видно. Пойдем посмотрим на наш красавец месяц. Свежерожденный. Новое будет слово. Да, ветерок, к сожалению, чуть-чуть есть. Ты ж мой золотой. Это ветер у нас вмешивается в процесс съемки. Ну, на ветер мы сетовать не будем, потому как разогнал же он облачко, разогнал. Да, попробовал я на автофокусировке поснимать. Как говорится, не мое это. Как в том анекдоте. Не понимаю этих британцев с левосторонним рулем. Попробовал вчера на окружной. Не мое это. Да. Луна. Да, это уже переходит в зависимость. Ощущаю, что когда облачно становится и снимать нечего, прямо дискомфорт ощущаешь на физическом уровне. R. Да, если мы добавляем палочку и получается буква R, значит это месяц рождается. А если он на небе выглядит как буква S, значит он садится.
линия терминатора. Ну, ветер вмешивается, но ничего не поделаешь. Забрел я уже и так под окружную. Да, нет, так смотреть невозможно. Ну, это ветер. Чуть-чуть меньше. За 125 крат. Оптическое увеличение, 4 цифровое. Бёк. Так, где наш Меркурий? Давай сейчас просто наведусь. Через облачка даже его видно немножко. Ну, это просто... дабы зафиксировать наличие. Венера сейчас ближе к Солнцу, на небосводе получается. И очень странно. Мы видим Меркурий, но не видим Венеры. Она сиянием Солнца затмевается. Так, ладно, длинный файл получился. Наверное, фотоаппарат его обрежет. Но даже в этот хвостик поместилась и Луна, и Меркурий. Так, 15 мая 2021 год, Харьков, 21:09 по Киеву, Харькове. Сейчас, наверное, с этого кадра и начну следующий дубль.